Резкого похолодания не будет. Как удокладнили у облгидромете, у Могилевской области на несколько дней понизится температура по ветра. Причиной тому холодный фронт, который рухается на территории нашего региона. Минимальная ночная температура на тидне будет от 6 градусов, максимальная днем 24. Для выходных снова прогнозуется потепление и махчимые местами короткочасовые дожди. В среду и четверг погоду на территории нашей области будет определять антициклон, но сформированный он будет в умеренной воздушной массе, поэтому ночные температуры у нас будут от 6 до 11 градусов, а в дневные часы воздух будет прогреваться до 19-24 градусов. Пятница и воскресенье – постепенное повышение температурного фона.